Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Alan Wake. В последней серии мы сбежали из психлечебницы вместе с Барри, вломились. Короче говоря, мы попали в аварию и... Барри! Барри! Теперь нужно найти Барри. I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that. Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down though. It's like a sheer wall. Так, надо быстро помогать нашему другу. Al, there's something moving down here. Barry, it's a taken. Use a flare, Barry. Yeah. Barry, are you all right? Ой, ой, не падай. I'm great. Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Так, надо быть. Ой, что это там такое? You're gonna have to find your way around to the farm, Al. Ферма. Так, ну Barry, ладно. Just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Так, мне нужен хотя бы фонарик, а то что-то у меня вообще проблемы с вооружением. Ну, как бы там ни было, Барри, по крайней мере, может за себя, похоже, постоять. То есть уже более-менее спокойнее от всего этого. Так, ну тут я по-любому убьюсь без вариантов, поэтому побежали туда. В принципе, нам маркер туда показан, я редко на него посматриваю. Потому что неинтересно так, я не люблю, когда меня за ручку будет. То же самое в Dead Space, скажем, я играл, там, проложили чуть ли маршрут, я чего, маршрутное такси, что ли, чтобы по нему ходить. Практически никогда не пользовался. Так, ну тьма уже здесь. Осталось дождаться ее слуг. Ох, твою мать. Ох, блин, прилетело. Бежим. Бежим. Давай, давай, давай. Так, нафиг. Ой-ой-ой, что творится вообще? Только не говори, что я сюда за руку писю ходил. Уолтер на ферме Андерсона. Остановив машину у фермы Андерсона, Уолтер перевел дух. Скоро он сможет успокоиться. У братьев наверняка припрятана бутылка другая крепкого пойла. Но потом он увидел человека на крыльце и понял, кто это. Он гнал машину, пытаясь спасти свою жизнь, но знал, что это бесполезно. Он не замечал, что плачет, пока из-за слез не стало не видно дороги. Стиль написания вот именно этого отрезка был очень похож на манеру писать Стивена Кинга. Похоже, он увидел там этот парень, кого-то из тех, кого считал погибшим. Как бы там ни было, мы, похоже, только за этим сюда ходили. И это плохо, потому что пробираться по этому туннелю было страшновато. Там у нас термос, можно было бы за ним сходить, но вроде бы... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо бежать по-любому. А вон, что ж это ходяга-то такое? Совершенно не бегает. Ой, ой. Твою мать, бежит.
полный Алис, как говорится. Что я делаю? Ага, понял. Так, сейчас надо найти генератор, что ли? Я так понимаю. Да, похоже на то. Найтингейл арестовывает Уэйка. Агент Найтингейл буравил взглядом писателя, лежащего без чувств. Парень включился после жуткой ночи. Найтингейл почувствовал, что завидует забытию Уэйка, но у агента оставалось одно важное дело. Он приставил пистолет к голове писателя, чтобы через секунду обратиться в убийцу. Но рука его дрогнула, а в горле пересохла. Кусая губы, агент еще раз попытался нажать на курок, но хладнокровие изменило ему. Уэйк пошевелился. Найтингейлу придется организовать арест. Офигеть. Найтингейл что-то вот непонятный вообще. Парень. Хорошо, можно возвращаться. Мне бы какой-нибудь... Хотя бы самый захудалый фонарик. Sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. По крайней мере, фонарик дали. Уже хорошо. Так. Не доверяй никому во тьме. Логично. И сейчас мне придется довольно сильно пострадать, похоже. Потому что у меня ни батареек нету. Ни оружия. А лес окутан тьмой. А там свет какой-то. Ууу, вашу мать! Джим! Джим! Давай! 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 Давай, мать твою, за ногу! Уф! Слабаки! Давай! Где вы? Ну ладно. Мы справились. Там еще фонарик. Бегут, вашу мать. Ах, блин, прям в... Давай, беги, братюнь. Ух, давай. Да давай, братюнь, ну. Ох, давай, давай. Ну что ж ты ползешь-то, а? Это ж кошмар какой. Ох. Я не понимаю, как можно быть таким задохликом, блин, 10 метров пробежал, все, ползет уже там скорость 3 километра в час, это же вообще просто смешно. A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Так, это Барри, что ли? Нашел машину, похоже. Дайте пистолет. Во, хороший фонарик. Батарейки. Тут, похоже, какие-то туристы были, что ли? Вот именно что были. Was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Так, понятно. Ну да, я предвидел это. Доска, ты чего не падаешь? Each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes.
I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Что-то начинает проясняться. Так, темная сущность на свободе. Темная сущность следовала схеме, которая была расписана для нее в рукописи. Становилась все сильнее, перемещалась словно буря от одной сцены разрушения к другой. Однако она по-прежнему вынуждена была придерживаться сюжета и была прикована к тому темному месту, из которого явилась. Когда роман достиг бы желанного финала, темная сущность наконец обрела бы свободу. Такие дела. Так, это у нас капканы. Ненавижу. Тихо. Ах, блин. Да как так? Да, конечно же, этот хрен появился. Твою мать! Блин, ну что ж ты бегаешь-то так? Блин, твою мать, я уж обрадовался. Давай. 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 Уф, хорошо. Фу, так. Пациенты сбегают. Буря все ярилась, когда братья Андерсоны, вслед за которыми шли гуськом другие пациенты, неверным шагом покинули клинику, зная, что на этот раз уже не вернутся. Во тьме, окружавшие их, роились ужасы, но Тор и Один ничего не боялись. Глаза их искрились лукавством. Они знали все тайные тропки, и на руках у них была кровь. Им и прежде доводилось сражаться с этими тенями. Такие дела. Два старика что-то там совсем. Someone had left a gun behind. Now I had a final chance of reaching the farm. С двумя патронами далеко не уйдешь, Алан. А вот еще. Одержимые заполнены тьмой, написано. Так, не сюда, по дороге. Блин, а за что ты зацепился, а? Ну, твою мать, ну что ж ты буксуешь-то на месте, братюнь? Давай, давай, пошел. А, у меня же уши есть. Я что-то прямо забыл. Так, все более-менее нормально. 12 патронов, хорошо. Это у нас... Блин, что-то у вас до хрена, ребят. Ах, скотина. Заколебали кидать уже. Офигеть, просто... Летит. Давай, давай, давай. Да твою мать, ну... Откуда ты взялся? Давай, 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 давай. Ух. Слабаки. Ух, блин. Вот это было опасно. Фух. Фух, блин. Я чуть не вспотел. I could see the car, but there was no sight of the driver. Хорошо. Hello? Anybody here? Barry! No! Danny, you're not! Please! What are you? No! Don't! I'm sorry! Твою мать! I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again, for the moonshine, you know?
It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. My buddy, Danny. I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? Че, все? Кончился. Блин, жалко парня. В тюрьме сидел. Это ему мы свет включали. Тихо. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way. Near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. Офигеть. История, конечно, закручена. То есть темная сущность заставляла Алла написать историю так, как нужно ей. И все, что он писал, воплощалось в реальность. Чтобы как-то этому противостоять, он себя вписал в эту историю. И начал делать себе всякие помощь в виде вот этих вот света, рукописей. Офигеть, короче говоря. Таким образом он хочет попытаться спасти свою жену. И все, что происходит сейчас, это все... Все это было написано им в книге. На кухне какой-то. Ох, твою мать! Уф, ладно. Let me guess. Danny, huh? После края эфира меня такими приколами уже не напугать. Привыкший. Так, хорошо. The front door was locked. Was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Хорошо, сначала посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас не зря пришел. Хартман думает о Моти Уэйке. Пару секунд Хартман думал о непридушителе идиота. Мод был подлой душой, но легко поддавался манипуляциям. Эмоционально незрелый, он жаждал одобрения Хартмана. А Уэйк, напротив, был задачкой посложнее. Мод слишком сильно отпустил поводок. Кто знает, что может случиться за два дня. Хартману было необходимо вернуть над ним контроль как можно быстрее. Так. Ну все, с Хартманом это уже решенный вопрос. Ни Хартмана, ни Мотта уже в живых нет. Так что хрен бы с ними, как говорится. Толчки, что там?
Ну ладно, хоть машина у нас, похоже, есть, да? If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I made it this far myself. Barry is Barry. Нас брать не будем. Так, что-то тут пересеченная местность какая-то. Как хорошо в игру вписали эти покатушки, да? Ну где еще такое увидишь? Ох, твою мать. Ох, сколько у вас тут. Да блин. Я что, не въеду сюда? Да, не очень поворотливая машинка. О, как я по нему проехался. Валим. Так, а здесь, похоже, далеко ты не уедешь. Ладно, разберемся с этими ребятками. Где вы там? Тихо, ребята, не надо. Давайте без нервов. Машина уже есть, к сожалению. А, ну, вроде бы все, да? Фу, какая-то хреновая машина. Медленно разгоняется, вообще не тормозит практически. Ну да ладно, маленько проехались. Уже хорошо. Мельница. Огромная поляна, которая вообще не внушает доверия, надо сказать. Но ход у нас, похоже, только туда имеется. Так, ну что, вон там что-то блестит у нас. Бежали туда. Какая-то арена. А, это, наверное, про эту арену говорили. То ли в этой, то ли в предыдущей серии. Термос обычный. Типа рок-сцена. Used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Al! Run! It's coming! There's too many of them! God damn! I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Johnson. Shut up and shoot! Вашу мать. Ow! We have to fight them all! I can set off more of the fireworks from here and help you out! Hey, Ow! Did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is... Ow! Hold on! Sorry, the stage lights off! Ой-ой-ой. Блин, это будет не очень просто, я так понимаю. Ах,
твою мать. Хорошо, пока что вроде неплохо все. Давайте, сука, найди. Лови. Хлопак. Давай, 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 падай, падай, падай. Блин, с такого расстояния, конечно. Вашу мать, как вас там. Так, давайте, поднимайтесь. О, хорошо пошло. Так, нет, я лучше с дробовиком побегу, помпу мне не надо. У дробовика, конечно, всего два ствола, то есть надо перезаряжать больше, но при этом само по себе стреляет она получше. Хотя, в данных обстоятельствах на это пофиг. Давай, давай, пошел. О, сколько вас тут. Вашу мать. Так. Да кто где? Опять, наверное, прилетело просто. Офигеть. Ну это было круто. Не буду спорить. Rock'n'roll capital of America. Hey, Al, this way to the farm. Погнали. Фу. Нормально. Металлюги. Так, там рукопись была. Да пофигу, ладно. See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. Туда, что ли? Блин, ну после такого мяса, конечно, надо отдохнуть по-любому. Так, тут у нас... А, ну все нормально. Эй, я думаю, Алан Уэйк здесь имеет что-то сказать. Что это, Ал? О, я Алан Уэйк. Я всегда прав обо всем. И если я не получу своего, я усну весь день. Я всегда интенсивный и муди. Это делает меня очень аттрактивным. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Ладно, погнали. Лично. Подожди. Я не понял. Вау!
Oh, you look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Чем-то мне это все Skyrim напоминает. They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Что кажут? О! Sleep. We all spend the third of our dreams in soft embrace. Somewhere between fantasy and oblivion. Hey, remember when I got you that gig? Your first real writing job. What got you started? Was this one of your episodes? Vice versa. In Night Springs. Tonight's episode. The Dream of Dreams. Man, that's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until His Highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. All of this. But wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream. And the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys. And they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because if he wakes up in a cold sweat... Yeah, precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Hey, something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Oh, God help us, it's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wake. Че, все, что ли? А где там завершающие слова диктора? Ну, прикольно. Это не White Run и герб? Нет. Ладно. Термос. Да пофигу на термосы. Так, че мне куда идти? А, вот лестница. Там наверняка что-нибудь. Нет, к сожалению, тут ничего нет. Ну да ладно. Братья Андерсоны в 70-х. Год 1976. На ферме Андерсонов царит безумие. Вопреки всем законам здравого смысла, самые объединяющие компоненты их самогона – неочищенная вода из озера Калдрон. Андерсоны чувствуют себя богами. Один все время хохочет и не может остановиться. Он подумывает над тем, чтобы вырвать у себя глаз. Тор бегает по полю нагишом с молотом в руке и вопит, пытаясь поймать молнию. Их песня обладает силой, нечто древнее пробуждается в глубинах, возвращается. Один, судя по всему, глаз-то у себя так и вырвал, да? Потому что у него там... закрывающий глаз, короче говоря, заплатка. Повязка. Так, что это мы делаем? Ладья настоящий у них тут. О, я слышу неприятности. Тор Рагнарёк, 75-й год. Трепещите перед гневом и яростью небес. 11 апреля, сева по всем городам, короче говоря. Надо возвращаться, похоже. Серпом, скотина.
Ну, с этим фонариком, конечно. Все прекрасно. Сбивает с них всю тьму в секунды. Хорошо. Так, ладно. Твою мать, подвижный. Блин, куда ты делся? Давай, падай. Отлично. Так, тут надо быть осторожным. Хорошо. Твою мать. Да сколько у вас? Так, ребятушки, что-то у нас, похоже, проблемы. Ох. Да, блин, ты-то откуда? Где? Кто? Что? А-а-а. Давай, 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 братень. Давай, ну свети, мать твою, за ноги. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Уф. Ой, я выжил, я выжил. Так, теперь с тобой разобраться осталось, скотина. Отлично. Барри, как ты попал туда вообще? Для меня такая проблема пройти эти несколько метров, а ты уже давным-давно там. Нечестно. Уф, так, ну что? Котел какой-то. Wow, those geezers had quite a production going on. Oh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Понятно, это самогонный аппарат, короче. Так, мне похоже сюда надо идти. Я вообще-то хотел сюда чисто за патронами сходить. Но похоже, что я все делаю правильно. Хорошо, я слышу, как наверху кто-то бегает. Ну да ладно. Так, подожди. Только что лестницу же вроде видел. А, вот она. Нет, нет, тоже не она. Ой, блин. Хорошо. I'm good. Keep your eyes open, okay? Так, что дальше? Я что-то в этой тьме вообще ничего не вижу. Просто выше надо подниматься, что ли? И знаете что, давайте-ка мы на этом прекратим эту серию. Что-то я уже подзадержался, честно говоря.
Но как бы там ни было, ладно, пока что все круто. Я надеюсь, в следующей серии уже это прекратится, и мы будем в большей безопасности. Живем до утра, короче говоря. Но как бы там ни было, увидим это все в следующей серии. Но пока что все, с вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.